Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy M33. Сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек приложений. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки». Далее выбираем раздел «Приложение». Нажимаем на три точечки в правом верхнем углу и нажимаем «Сбросить настройки». Нажимаем «Сброс» и таким образом сбрасываем настройки приложений. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.